Седьмой городской фестиваль-конкурс детского музыкального творчества «Веселый хоровод» проводится с целью привлечения детей раннего возраста к занятию искусством, обогащения внутреннего мира ребенка и формирования творческой личности. В этом году он был посвящен Году матери и отца в Чувашской республике. Конкурс проводится по номинациям «Соло-вокал», «Вокальный ансамбль до 6 человек», «Вокально-хоровой ансамбль». Программа предусматривает исполнение одного произведения патриотической тематики, произведения о семейных ценностях, любви к семье, к матери, отцу, их труду и подвигам. Каждым годом, отмечают организаторы, круг участников становится более обширным. Школа искусств старается установить тесную связь с дошкольными учреждениями города, тем самым знакомить детей с детской школой искусств. Победители в номинациях были награждены дипломами. Сабина Вишневская, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.